В прокуратуре республики прошла пресс-конференция по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. Большая часть нарушений, как отметили работники прокуратуры, вскрыты в органах местного самоуправления. Фатима Даурова подробнее о противодействии коррупции в республике. О проводимой надзорным ведомством и правоохранительными органами региона работе в сфере борьбы с коррупцией журналистам рассказал помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Он отметил, что наиболее характерными нарушениями установленных законом обязанностей, запретов и ограничений является предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, неурегулированность конфликта интересов. В 2020 году проведенными антикоррупционными проверками были охвачены органы государственной власти республики, муниципалитеты и, безусловно, учреждения и ведомства всех форм собственности. По результатам проведенных проверок было выявлено более 3500 нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых было внесено 1500 актов прокурорского реагирования. 640 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По словам Радмира Баташева, большая часть нарушений антикоррупционного законодательства вскрыта в органах местного самоуправления. Прокурорами пресечены факты нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами, предоставлении государственных и муниципальных услуг. К примеру, Совет сельского поселения Адыхабского муниципального района не предоставлял, весь депутатский корпус не предоставлял сведения о доходах. Также глава администрации сельского поселения Урупского муниципального района практически на протяжении 3 лет предоставлял недостоверные сведения о доходах своей супруги в общей сумме около 2,5 миллиона рублей. Были установлены, выявлены такие факты, как назначение на должность главы администрации, также сельского поселения, гражданина предельного возраста, которые не соответствовали квалификационные требования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 26 уголовных дел коррупционной направленности. При этом большая часть выявлена в сфере бюджетных правонарушений. Судами было рассмотрено и удовлетворено 14 заявлений прокуроров на сумму более 79 миллионов рублей. Правоохранительными органами республики в минувшем году выявлено 148 преступлений, в том числе 25 фактов взяточничества. Старший помощник прокурора также отметил и положительную тенденцию. С года в год ты наблюдаешь, на практике видишь, что государственные служащие, муниципальные служащие становятся более ответственными. Более ответственными вопросами относятся к этим вопросам, вопросам противодействия коррупции. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.